стране зарегистрировано 73 402 случая заражения коронавирусом. 71 999 пациентов, у которых был ранее подтвержден диагноз COVID-19, уже выздоровели и выписаны. Всего специалисты провели свыше 1 605 тысяч тестов. ВОЗ считают, эффект вакцинации в полной мере появится не ранее 2022 года. Именно столько времени, по заявлению специалистов, понадобится, чтобы все или хотя бы 60-70% людей обрели так называемый коллективный иммунитет, что действительно замедлит передачу инфекции. Также необходимо время для испытания, запуска и лицензирования разрабатываемых вакцин.